Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru, интернет-магазин элитного садового инструмента из Европы. И в этом видео я хочу рассказать про мотыгу королевскую Снибур. Что это такое мотыга королевская Снибур? Вот она такая вот, с такой вот ручкой пистолетного типа. Здесь даже есть выжженная надпись Royal Dutch Hoe, что означает королевская мотыга. На самом деле это мотыга плоскорез. И сделана она из классического голландского плоскореза такой вот формы. Это классический голландский плоскорез. Но в честь королевы Беатрикс в 2013 году фирма Снибур сделала вот такую специальную вот мотыгу голландскую королевскую. То есть она вот вырезала, да, из вот на этом лезвие вот сделала такую вот корону. Да, и теперь вот мотыга напоминает форму короны. В честь королевы Беатрикс они сделали такую вот мотыгу, которая имеет в себе ряд преимуществ. Это каких? Ну, значит, сразу скажу, что лезвие, да, работает в две стороны. Здесь мы видим 5 таких зубцов, так называемых. Здесь зубчик один. Все это на такой рамке, приварено к такой мощной тулейке. Тулейка закреплена таким тоже мощным, где-то 3-миллиметровым заклепкой, 3-миллиметровой латунной заклепкой. И все это на такой вот изящной ручке. Почему она изящная? Вот здесь вот у нас есть еще такое небольшое утончение. Это для того, чтобы вот ваша рука, она как бы попадала, да, вот на это утончение, то есть ручка такая. И ручка пистолетного типа, что позволяет нам работать, не сгибаясь, беречь свою спину, и мы с помощью возвратно-поступательных движений просто срезаем всю нежелательную растительность. Этот инструмент один из лидеров продаж в нашем интернет-магазине. Покупают его в основном женщины, любят очень женщины, потому что он очень легкий, им легко работать. Его легко обслуживать, он практически не тупится. И еще одна фишка этого инструмента заключается в том, что из-за того, что появились вот такие вот зубцы, да, вот представьте, да, вот растет какая-нибудь нежелательная растительность, там сорняк, да, и он как бы попадает в ловушку, да, он как бы попадает в ловушку и срезается. И также обратно. Если у вас растет какой-то сорняк, вы можете просто накинуть сверху как петлей и срезать его. Изумительная вещь. После нее остается идеально ровное поле, с которого вы срезаете все сорняки, плюс вы это поле рыхлите. То есть у вас верхний слой земли на сантиметр, он такой вот разрыхленный. И плюс идеально ровное поле получается. То есть это позволяет беречь ваши силы, энергию, вашу спину. Вы не наклоняетесь. И работаете стоя, и просто получаете удовольствие от работы с землей. Так что покупайте эту шикарную королевскую мотыгу в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучшее, а про остальное забудьте.